Выход на новый уровень творчества – это всегда трепетно. Стать частью более масштабного искусства – это большая честь. 16 октября в Хабаровске состоялась персональная выставка работ биробиджанской художницы Марины Шведуновой. Марина – приверженец авангардизма. Пейзажи, натюрморты и абстракции, выполненные изысканными и чувственными мазками, сегодня украшают зал Хабаровской галереи. Как-то спонтанно получилось. Мне помогли организовать люди, которых я, в общем-то, и не знала. Но, как говорится, мир не без добрых людей, поэтому в сообществе художественно меня восприняли и помогли организовать выставку. В общем-то, в центре Хабаровска целый месяц моей работы будут висеть, и люди будут приходить любоваться моим искусством. Марина Шведунова – успешная бизнесвумен и депутат, любящая мама, которая умеет совмещать буквально все сферы жизни и продуктивно создавать шедевры. Свою выставку она назвала «Сублимация». Картины художницы полностью отображают ее настроение и переживания. Творчество – это выплеск какой-то энергии на вот мои полотна. Поэтому кто здесь что хочет увидеть, он видит. Поэтому это подсознание. И мне очень нравится, я получаю удовольствие, истинное наслаждение от этой работы. Порядка 70 работ представлены на выставке. Все их объединяет одна техника и море эмоций. Это видно в линиях, штрихах, импульсивности нанесения, цветовой гамме, которую использовала художница. Сегодня Марина планирует открыть выставку и в Биробиджане, чтобы местные ценители прекрасного смогли насладиться ее творчеством. Ольга Тимченко, Вячеслав Пасманик, Павел Славин, Новости 21.